Биомедицинский профиль в образовательном центре «Сириус» представлен 10 проектами. Один из них – погружение в профессию врач. Занятия состояли из теоретической и практической частей. Каждый день мы с ней ребятами разбирали различные разделы анатомии. Изначально планировалась анатомия базовая, но в процессе изучения мы поняли, что ребята владеют этими базовыми навыками и решили усложнять ее. В итоге мы давали ее на уровне 1-2 курса медуниверситета с латынью и с деталями строения различных органов и систем. За 24 дня работы преподаватели Центра симуляционного обучения РязГМУ разобрали вместе со школьниками строение всех органов и систем. Вторая часть занятий – практика. Школьники учились оказывать первую помощь, а также им предложили овладеть более серьезными врачебными навыками. Например, на занятиях они проводили интубацию трахеи. Мы с собой брали достаточно большое количество оборудования. У нас были и системы по хирургии, стоечки, и лапароскопическая стойка подобного образца, где ребята уже работали реальными инструментами, отрабатывали навыки будущего врача-хирурга. Также у нас были с собой роботы, тренажеры мы привозили, и на них мы уже отрабатывали аускультацию, перкуссию, то есть вот такие уже терапевтические навыки врача-терапевта. Своим преподавателям школьники на память подарили шаржи и стенгазету с пожеланиями. Среди участников образовательных программ были старшеклассники из соседних регионов, которые планируют приехать в РязГМУ на день открытых дверей. Это ребята, которые после посещения «Сириуса» точно решили, что хотят стать врачами. Возможно, для поступления они выберут Рязанский вуз. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».